Владимир Пресняков попал в больницу с инфарктом. Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший срочно госпитализирован после инфаркта. Композитор находится в одной из московских больниц. Госпитализация связана с проблемами с сердцем. Информацию о госпитализации подтвердила жена Преснякова. 26 марта 2018 года Владимиру Преснякову-старшему исполнилось 72 года. Пресняков-старший – потомственный музыкант. Его мама была музыкантом-любителем, владела многими музыкальными инструментами. Владимир Петрович Пресняков – заслуженный артист России, композитор, саксофонист, аранжировщик. Музыкальная его семья. Жена – солистка ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова, отметивший в марте 50-летие сын Владимир Пресняков-младший, певец. Певицы и жены Владимира Преснякова-младшего Кристина Арбакайте и Наталья Подольская, а рок-певец и актер Никита – внук Владимира Преснякова-старшего и сын Владимира Преснякова-младшего. Пресняков-старший любит футбол, даже в армии он служил в спортивной роте. Но затем его перевели в Свердловский окружной дом офицеров, где он до конца службы руководил оркестром. Теперь Пресняков-старший возглавляет клуб любителей Volkswagen. А в клубе любителей пива у него членский билет с номером 1. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!